сталь всем солдатам и офицерам, которые пожелают сложить оружие. Гражданским лицам мы гарантируем безопасность и помощь в эвакуации из зоны боевых действий. Раненым мы готовы незамедлительно оказать необходимую медицинскую помощь. А всем, кто пожелает сложить оружие, гарантируем сохранение жизни и соблюдение международных законов обращения с военнопленными. Прислушайтесь к своим товарищам из 36-й бригады, оборонявшим завод Ильича, которые сохранили себе жизнь и сейчас говорят, что не надо бояться сдаваться в плен. Главное – это остаться в живых и вернуться домой.